Дежавю. Первое, что приходит в голову после повторного матча «Чайки» с «Челнами», когда знаешь, как развивался первый матч. Тот же сценарий, тот же счет и даже тот же автор победной шайбы. Точно так же гости открыли счет, на этот раз реализовав большинство на 16-й минуте. Только в отличие от первого матча, нижегородцы не стали затягивать с ответом до второго периода. Полторы минуты спустя Егор Шевелин с Андреем Крупкиным разыграли комбинацию, закончившуюся взятием ворот. Равная борьба во втором периоде оставила счет без изменений, а вот в третьем Челны прибавили, оставляя нижегородцам возможность контратаковать. За срыв одного из выпадов «Чайки» в ворота Челнов на 9-й минуте был назначен буллит. Роман Горбунов его не реализовал. Зато полторы минуты спустя нижегородцы воспользовались следующим шансом – большинством. После броска от синей линии Владислав Богословский проявил усердие в борьбе за шайбу на пятаке и принес нижегородцам победу 2-1. Теперь «Чайку» ждет выезд по маршруту Тольятти-Нижнекамск. Владимир Широков, Дмитрий Поверинов, Торпедо ТВ.